мысли о налетах на КПЕ. Эпиграф. Каждый в меру понимания думает, что работает на себя, а в меру своего непонимания работает на того, кто знает и понимает больше него. Следующий эпиграф. И будете искать, кому продаться, но не найдется на вас покупающего. Поделиться своими личными размышлениями вокруг ситуации с КПЕ побудили события последних дней, подосели небывалому давлению спецслужб на партию. Эта записка является попыткой взглянуть на ситуацию со стороны, с позиции общего хода вещей, постараться сложить мозаику событий, причин и последствий. Итак, что мы имеем на сегодняшний день из того, что находится явно на поверхности и очевидно для всех? Имеется попытка спецслужб России, ФСБ, ФСКН, ФМС и прочее сорвать очередной слет подвижников и соратников концепции общественной безопасности Всероссийской политической партии курсом правды и единения. Ведь операция по срыву была проведена именно в день открытия слета, дабы попытаться вывести из равновесия и праздничного эмоционального состояния участников слета, запугать и так далее и тому подобное. Практически одновременно был проведен налет, по-другому это не назвать, на квартиру председателя ВПП КПЕ Москалёва. ЮА во Владивостоке, причем в ночное время, налеты на центральный штаб КПЕ в Москве и других помещениях структуры КПЕ. Всем очевиден заведомый сговор руководства спецслужб по согласованию своих действий по времени и местам налетов, так как они прекрасно знали, где будут находиться соратники партии в конкретный период времени. Изучающим КОП понятно, что любое событие нужно рассматривать с позиции глобальной политики и ДОТУ. Сионный интернацизм не проводит операции для достижения какой-либо одной цели, всегда преследуется достижение нескольких целей. Теперь попытаемся разобраться в произошедшем. Какие цели преследовались при проведении данных налетов? Цель первая – эмоциональная. Конечно, столь наглые и незаконные налеты спецслужб под уже ставшим стандартом прикрытия русской статьи 282 УК РФ об экстремизме, по которым уголовному преследованию в России в абсолютном большинстве случаев подлежат только граждане государствообразующей национальности, то есть это русские, в первую очередь были нацелены на то, чтобы вывести из эмоционального равновесия подвижников КОП и КПЕ, чтобы эмоционально взорвать и заставить выплеснуть эмоции праведного гнева на все вышеперечисленные спецслужбы, участвующих в налетах. Иначе как еще объяснить подобную глупость, когда обыски организации, распространяющие правду о наркотическом геноциде населения страны и исповедующие абсолютно трезвый, здоровый образ жизни без наркотиков, устраивает служба, контролирующая оборот наркотиков в России. Кроме смеха и кручения пальцев у виска это ничего не вызывает. Кроме того, и участие доблестных органов ФСБ в налетах тоже огорчило. Ведь кто, как не ККБ и ФСБ в 90-е годы эпохи ельцинизма, первые ознакомились с мертвой водой авторского коллектива ВПССР, помогли на начальном этапе даже издать «Мертвую воду» и уже точно следили за парламентскими слушаниями в Госдуме в 1995 году, где была однозначно признана легитимность концепции общественной безопасности. А ситуация в случае с Владивостоком, где ночью бравые офицеры спецслужб даже дверь вынесли, как при штурме какого-то притона или логова террористов, хотя в квартире находились только беззащитные женщины и ребенок, как раз была нацелена, чтобы взбесить всех здравомыслящих людей. В общем, спектакль устроили в стиле 37-го года. И главное, что нужно сделать, чтобы спектакль не достиг своей цели, это эмоционально успокоиться, обрести железобетонное равновесие и стальное спокойствие. Любые действия с горячкой – это именно то, что нужно режиссерам спектакля. Чтобы не разобравшись, начали мазать все спецслужбы страны одной краской. Это цель кукловодов. Ведь те, кто отслеживает деятельность КПЕ, знают, что партия поддерживает действия власти и силовых структур, направленных на освобождение страны от американской оккупации и обретение полного суверенитета страны. Поэтому проведение данной операции кукловодам было крайне важно натравить соратников КПЕ на все спецслужбы России. Подавать доверие к ним, а еще лучше для заказчиков, чтобы стали раздаваться любимые лозунги либерастов. Во всем виновата кровавая гобня, во всем виноват кровавый режим Путина. Понимают ли это те руководители, отдавшие приказ на проведение налетов? Обязаны понимать, положение обязывает. Поэтому для проведения операции, видимо, были подобраны свои кадры. Ведь, как известно, в настоящий момент открыто проявили себя в стране два клана. Клан силовиков и клан либерастов. У обоих кланов взаимоисключающий вектор целей. Если клан силовиков понимает, что не сохранив страну как самостоятельное государство, у них нет будущего, так как сионо-масонский Запад их давно приговорил к уничтожению, то клан либерастов, напротив, мечтает о возвращении эпохи ельцинизма, когда можно было, не стесняясь, прислуживать западным хозяевам и торговать страной вместе с населением, в обмен на обещание Запада позаботиться о них, как хозяева позаботились о старости Гитлера. У каждого клана есть свои люди во всех структурах государства. Цель вторая, силовая.
Другая цель проводимых мероприятий – запугать сторонников КПЕ постоянными заказными уголовными делами по русской статье, а начинающих изучать концепцию общественной безопасности – отпугнуть от материалов лживыми обвинениями в экстремизме данной концептуальной информации. В этом плане можно поздравить всех соратников КПЕ. Мы победили. Враг, мировая закулиса, скатился до 6-го приоритета обобщенных средств управления оружием. Это является актом бессилия что-либо изменить. Поэтому либерасты не придумали ничего нового, как тупо все запрещать, тем самым еще более повышая интерес к концепции общественной безопасности со стороны пока еще толпы на ее пути превращения в народ. В настоящий исторический момент по закону времени любое действие тоталитарной библейской системы против КПЕ и КОП обязательно выйдет в конечном итоге на пользу КПЕ и КОП и обернется против этой же самой системы. В книге «Тайное управление человечеством» в томе 2 на странице 531 написан раздел под названием «Тайные способы разрушения и ликвидации партии, неугодных или ставших ненужным мировому закулисье», в которой описаны методы, которыми пользуется мафия глобальных паразитов ГП в политике. Физическое устранение – это последнее средство, когда все имеющие методы по разрушению партии провалились, а замалчить по закону времени уже невозможно. В этом плане показательно участие в мероприятиях подавления на КПЕ структур ФСБ. Вспомним участие ККБ в травле Владимира Высоцкого, когда запрещалось тиражирование его песен. Однако через некоторое время песни Высоцкого звучали в каждом доме по всему СССР, что и нужно было опекунам Высоцкого. Запретный плод сладок, это всем давно известно. Кроме того, у русского народа, точнее у тех, кто не утратил русскость в погоне за баксом и потреблятством, в крови обостренное чувство справедливости и сострадания к пострадавшим за правду и правое дело. С этой точки зрения спецслужбы, понимая или не понимая, делают из КПЕ мучеников, которых русский народ всегда поддерживал. Осталось только грамотно вписать вектор цели все действия, направленные против КПЕ и КОП, то есть сделать так, как в шахматах, когда каждый следующий ход соперника только ухудшает его положение. Использовать силу и энергию противника против него самого. Это принцип дзюдо. Цель третья, политическая. Вот здесь я маленькую вставочку хочу сказать о том, что сказал помощник прокурора на суде. Когда он сказал, помните, да, я говорил, что она прыгала, возражаю и так далее. И когда она сказала, такое ощущение, что «Мертвая вода» – настольная книга у всех. Прекрасно. Вот так. Правильное ощущение. А цель третья, политическая. Многим ясно, что КОП – единственная на сегодняшний день концепция, альтернативная сатанинской библейской концепции управления человечеством якобы от имени Бога. Знахарем, пытающимся управлять делами человечества по библейской доктрине, КОП неприемлемо по их безнравственности. Поэтому война концепции будет идти самая ожесточенная, ведь на одной чаше весов жизнь и паразитизм осатаневшей кучки знахарей, а на другой – жизнь всего человечества и планеты Земля. Для окончательной победы и установления нового мирового порядка знахарям осталось уничтожить только русскую цивилизацию, войну, с которой они уже ведут уже второе тысячелетие с начала насильственной библеизации Руси. Но вот уже второе тысячелетие библейские знахари терпят одно поражение за другим. Пытаясь уничтожить Русь, получили русское государство Ивана IV Великого. Уничтожив Российскую империю, знахари получили в ответ от русского духа империю сталинизма. Уничтожив Сталина, КОБУ и СССР, знахари получили в ответ КОП, концепцию общественной безопасности, свой смертный приговор. Как известно, в 1992 году Россия стараниями ЦК КПСС фактически юридически была превращена в колонию США. И живем мы сейчас в стране по колониальным законам, написанным для нас рабовладельцами. То есть имеет место ситуация, когда российские силовые структуры и спецслужбы, исполняющие свои обязанности по букве колониальных законов, фактически являются надсмотрщиками американского хозяина за местными аборигенами-рабами. Если же они действуют по нравственному произволу, то есть в интересах народа России, то по американскому, российскому законодательству они злостно нарушают этот закон. Кроме того, в своем недавнем выступлении генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что в правительстве России находятся должностные лица, прикрывающиеся и помогающие иностранным НКО и в их деятельности по обеспечению интересов иностранных государств. То есть открыто заявил о работе иностранных агентов влияния в правительстве России. Говоря простым языком, клану либерастов вручена черная метка от клана силовиков. У клана либерастов нет никакой поддержки населения. Поддержки среди населения России, кроме как малочисленной кучки идиотов, страдающих либеральной шизофренией и откровенных предателей грантополучателей от Госдепа США.
у клана силовиков такая поддержка среди народа есть. Это показали выборы Владимира Владимировича Путина в марте 2012 года. Поэтому либерастам остается только обливать грязью действия клана силовиков по восстановлению суверенитета страны и попытаться настроить население против самого Владимира Путина и его команды. Также использовать свой главный инструмент – саботаж во всех начинаниях и действиях Владимира Путина по укреплению страны. Это подтверждается тупо невыполнением наказов президента как чиновниками федерального правительства, так и региональными правительствами. При невозможности саботажа либерасты применяют свой запасной инструмент, доводят любое благое начинание до абсурда с максимальным ущербом для русской цивилизации. Поэтому любая деятельность должностных лиц во всех государственных структурах России преднамеренно направлена против концепции общественной безопасности и ее внедрение в русской цивилизации является деятельностью по злонамеренному разрушению государственной и тотальному уничтожению русских народов России, как следствие этого. Понимать это в первую очередь должны офицеры ФСБ. В каждой структуре есть кроты, засланные казачки, агенты влияния. ФСБ не исключение. И там есть карьеристы, использующие свою должность не на службу родине и народу, а для личных целей. Однако, думая, что работают на себя, они на самом деле работают на тех, кто знает и понимает больше них. Ведь офицеры ККБ в свое время позволили уничтожить СССР, то есть были вписаны в вектор цели ЦРУ. Но есть ФСБ и настоящие офицеры, ведущие войну со спецслужбами всего интернацизма, рискующие своими жизнями для сохранения русской государственности. И чем быстрее структура ФСБ самоочистится от последствий эпохи Горбачевского и Ельцинского предательства, тем лучше будет для русской цивилизации. Настало время окончательно определиться, с кем вы и в каком мире вы хотите, чтобы жили ваши дети, внуки, правнуки. В свободном, справедливом обществе, живущем по совести, где нет паразитизма меньшинства над большинством. Либо в цивилизованном, новом, мировом порядке, где нет места правды, справедливости, а есть лишь стадо рабочего быдла, надсмотрщики и кучка осатаневших паразитов хозяевов. Эта записка является предупреждением всем тем, кто имеет полномочия, которым их наделил народ России для управления делами государства. Если вы будете использовать их против народа России, то по закону времени цепь мистических событий вы очень скоро окажетесь в лучшем случае выкинуты из государственных структур. Особо взорвавшиеся окажутся на скамье подсудимых за преступления против русской цивилизации. А у кого вообще сорвало чувство меры в погоне за баксами, ждет физическое самоуничтожение. Ведь кроме власти судебной следственной есть и власть русского духа эгрегора, русской цивилизации, которая всегда включается в критические для страны и народа времена и ликвидирует своих врагов. И есть иерархическое, наивысшее всеобъемлющее управление, Бог, который судит не по законам, написанным отсебятиной безнравственных юристов, а по правде и вселенской справедливости. Каждому воздастся по делам его и помыслам его. Владимир, соратник КПЕ, 16 июля 2013 года. Эта статья, она уже есть на сайте. Здесь вот этот, ну скажем так, это черновой вариант. Там уже все исправлено. Да, спасибо за замечание. Вот как раз к этому самому, одну минуту. Вот я как раз сегодня именно обо всем этом и думал, что здесь изложено. Ну, поскольку у меня ближе, как говорится, выражение своих мыслей в поэзии, вот три строфы вам прочитаю. Значит, слугам бесправия нынешней демократии. Так перед Богом признаться сегодня нам горестно. И наивности стыдно своей. Вы же, бесы, и правда все ваша бессовестна. Далеки вы сегодня от нас, от людей, а ведь мир-то один, и к единству стремится он, и процесс единения в мире идет. Единица с такими позорными лицами, как вас, совесть нам не дает. И такого не хочет наш Бог единения. Это значит, из мира он вас уберет, и у нас никакого нет в этом сомнения. Не вы вечны, а вечен народ. Но это уже вот несколько позже. Итак,
Дорогие мои соратники, у нас сегодня заявлен круглый стол о взаимодействии с организациями Народно-освободительного движения, которое ведет и возглавляет депутат Госдумы Федоров Евгений Алексеевич, партии, как это я не про Федоровское, ПВО, как партия, партия Великой Отечественной, я извиняюсь, и, возможно, там другими какими-то организациями, но в данном случае я считаю, что необходимо нам обсудить нашу тактику в отношении взаимодействия с этими структурами. Но прежде всего я бы, наверное, хотел коснуться Народно-освободительное движение, так как в данном случае оно нам гораздо ближе, и более того, что более года назад мы вышли на контакт с Евгением Алексеевичем и, соответственно, начали проводить ряд мероприятий совместно. То, что мы это делали и продолжаем делать целенаправленно, я думаю, что это всем ясно и понятно. С нашей точки зрения, его высказывания, его ролики о обретение суверенитета, обретение суверенитета на экономическом приоритете, на четвертом приоритете, о Центробанке, очень дорогого стоит. Хотя мы с вами прекрасно знаем, то, что это то, о чем мы говорим уже более 20 лет. Но на таком уровне это было заявлено впервые, поэтому, и в том числе и поэтому было принято решение всемерно поддержать Евгения Алексеевича Федорова. Дальше. По сути, начало образовываться народно-освободительное движение. Национальное. Оно называется национальное движение. Национально-освободительное движение. Вот здесь, ну, скажем так, с разных уголков нашей страны, от наших соратников, ну и в том числе, естественно, и в том числе и от меня, начали появляться ряд вопросов. На ряд вопросов Евгений Алексеевич ответил, на ряд, я думаю, что он еще ответит. Но вот эти вот вопросы я бы хотел озвучить. Связаны они прежде всего не просто с тактикой, а со стратегией. На вопрос, когда я ему задавал то, что это тактическая задача, он говорил, да, у меня есть четкая тактическая задача, в данном случае обретение суверенитета страны. На вопрос, а стратегией необходимо заниматься, на что он ответил, вы занимаетесь этой стратегией? Говорю, да. О чем говорит? То есть, соответственно, договорились о помощи каждому в том деле, которым мы занимаемся. И это очень хорошо. Но, опять же, я говорю, что вот это вот слово, да, сейчас образовалось очень много структур и такой патриотической направленности, и, соответственно, идет объединение, то есть, точнее, попытка объединения в некую такую общую структуру, вот народно-освободительное движение. Все мы с вами прекрасно знаем концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, знаем, что такое глубина идентичности вектора целей, и, соответственно, то, что объединиться можно для устойчивого достижения результата только на платформе концепции. И вот, к сожалению, концепция, на которой пробуют объединиться вот, представители, которые сейчас в той или иной степени входят в народно-освободительное движение, у них разная. Здесь еще пока напрямую мы не задавали вопросы, но они уже по сути сформулированы соратниками, нами сформулированы. На вопрос того, что будет после того, когда Центробанк обретет суверенитет? Что будет после того, что когда мы выгоним всех жидов, интержидов из нашей страны, то есть за границу нашего государства? Что будет происходить дальше? К сожалению, на это пока ответа нет. Поэтому здесь мы со своей стороны готовим предложение для вот народно-освободительного движения. Все-таки будем называть его правильно таким образом. И, соответственно, посмотрим, как они ответят. Потому что ежели в умолчание, уйти в умолчание, если об этом не говорится, то тогда получается что? Дошли, освободили, а дальше своих местных жидов себе на шею посадили. О другом-то не говорится. То есть можно по умолчанию говорить, так, ну вы же готовите новые кадры и так далее. Можно, конечно, с этим согласиться, но и можно, скажем так, начать задать вопросы по тем событиям, которые здесь сейчас происходят. Те структуры, вот, они что, не знают, что здесь произошло? Я думаю, что, я надеюсь, я уверен, что выскажутся, скорее всего выскажутся, а могут и отмолчаться. Это вот, мы хоть и камеры стоят, все-таки у нас здесь круглый стол. В данном случае я пока вот
проблемы эти оговариваю, а потом мы, в общем-то, будем ее обсуждать. Может быть, я излишне сгущаю краски, может быть, где-то наоборот недосгущаю. Вот самое главное, я считаю, что задача, точнее не задача, а проблема, которую мы должны определить и поставить задачу, как ее решить, это доведение до информации, до членов Народного освободительного движения, до структур, наше понимание и, соответственно, выявить их согласие, согласны они с этим или же не согласны. И, соответственно, наши действия в дальнейшем. Потому что, естественно, вот та, которая сейчас сложилась ситуация, ну, мягко говоря, мы им интересны, ну, примерно до определенного уровня. Но здесь я плавно перейду на Старикова. Почему идет такой вот, ну, сейчас вот такой плотный контакт? Ну, если отмотать несколько лет назад, вы вспомните, что был ПГР, да, профсоюз граждан России, где практически постоянно там заявлялось, что партия не нужны, мы вообще не партия, и мы никогда не будем партией. Прошло небольшое количество времени, и вдруг начала организовываться партия. Сменилась абсолютно риторика. Если раньше наших соратников на том же сайте КПЕ там дискутировали с ними, то потом просто тупо начали банить. Сейчас это, ну, практически повсеместно идет. Но тем не менее в регионах, ну, скажем так, реальные люди, они только у нас. В регионах там есть, да, там один-два там человека, там кого-то там условно стариковских и так далее. Но все-таки вот людская база, это наша. Это нравственные, честные люди, которые не пьют, не курят, вменяемые, здравые. И им сейчас эта кадровая база, конечно, она необходима для того, чтобы процесс у них, грубо говоря, не встал, и решить те задачи, которые они считают необходимыми. Но вот вчера, когда был обмен опытом, многие говорили о взаимодействиях. Очень интересная фраза такая прозвучала, и я ее сейчас вам напомню. То есть речь идет о чем? Мы об этом говорили, о том, что когда мы им станем неинтересны, нас будут как банить на электронных носителях, так будут банить вас и в структурах. То есть вы будете просто-напросто не нужны. Соответственно, те люди, которые плотно взаимодействуют со структурами ПВО, вы должны четко осознавать тот ущерб, который будет потом нанесен вам и вашей репутации в том числе. Это уже несколько забегая вперед, когда эта структура рухнет. Она рухнет, это однозначно. И вот я не помню кто, когда сказали, что вообще наша цель, это вот представители партии в регионах, там ПВО заявили, что взять власть любыми путями. Так как-то прозвучало, да? Я не помню. Да. А? Да. То есть это что такое? Вы понимаете? До подкупа даже. Да, ну вплоть до коп, до подкупа, да. Это что? Ничего не напоминает? Напоминает. И, соответственно, а цель оправдывают средства. Никогда ты нездоровыми средствами не придешь к благой цели. И, соответственно, вот дальше вот ряд вопросов. Да, постоянно используется риторика 1612 года. Да, наши русские люди, да, навыгнали поляков. Да, было ополчение Минина и Пожарского. А что было потом? Были потом Романовы. 1613 год. И 300 лет правления Романовых, и гражданская война 1917 и 22 года. И при этом это крепостное право, рассвет крепостного права. Почему? Почему? Давайте, ну да, а почему бы нам риторику не использовать 41-45 годов? А тут дело в том, что в 41-45 году Великая Отечественная война, когда мы подошли к границам СССР, то ни минуты не было ни у кого раздумий, что надо переходить границу, добивать врага в своем логове. И это было сделано. Вот речь идет о чем. Соответственно, можно было это, конечно, и в умолчание увести. Но я считаю, что в данном случае это не должно быть в умолчании. Это не призыв к тому, чтобы прерывать все отношения, взаимодействие там, с ПВО, или же там с народным освободительным движением. Это прежде всего от того, что вы должны четко осознавать и при возможности корректировать их вектор цели в направлении к богодержавию, в направлении к курсу правды и единения.
Вот что надо делать. Если же, скажем так, те, кто ведут, они это не понимают, но там, помимо вождей, есть и простые люди. То есть это та обыкновенная задача, которую мы с вами занимаемся на протяжении уже существования всей структуры. Были всякие различные партии. И стерлиговые, и шмерлиговые, и кого только не было. И Единая Россия, ЛДПР и так далее. Все это было. Сейчас некоторые еще остались. Соответственно, еще раз я говорю, что я всегда стою на позиции того, что, к сожалению, нету такой возможности, чтобы постоянно ездить там по регионам, чтобы непосредственно самому знать ту обстановку, ту энергетику, которая есть там в том или ином регионе. Да сейчас это по большому счету и не надо. Сейчас достаточный уровень понимания активов в регионах, председателей в том числе, для того, чтобы самим принимать решения. Специфику региона лучше вас все равно никто не знает. Но вы должны соотносить все свои действия, прежде всего, с пониманием того возможного ущерба, который будет нанесен, и, соответственно, если он допустимый, то, соответственно, действует. Если недопустимый, если идет полная рассогласовка, то прямо так и говорите: извините, ребята, нам в данном случае с вами не по пути. При этом, чтобы те соратники, которые находятся, являются вот членами этой партии, то есть они в данном случае не соратники, пока официально наша партия, то есть они видели, что вы не вертите, вы интриганством не занимаетесь, вы открыты, честны и справедливы. И не боитесь говорить правду. Потому что, к сожалению, я не буду говорить, что, наверное, там пока еще нету, в этих структурах процветает интриганство, наушничество. То есть она живет, эта система, это тополитарная. Других у них нету просто метода. Они живут на этом. Подсиживание там друга, занятие там постов, руководителей и так далее. То есть те из наших соратников, которые вот близко там подходят и, соответственно, предлагают свои, даю свои предложения по управлению структуры, но я думаю, что кто уже сталкивался, они видят, как напрягаются эти товарищи, они думают, что у них хотят забрать должность там руководителя регионального отделения или же там федерального какого-то округа. Вот чем речь, о чем речь идет. А почему это происходит? А потому что там за душой-то, по сути, больше ничего нет. Они думают о том, что их сейчас доведут до выборов, проведут на выборы, будет там административный ресурс, они станут какими-то депутатами, чиновниками, соответственно, и будут менять тех, которые сейчас у власти. А чем они лучше-то? Да ничем. Вот чем делать. И задача, вот если вот так уже по-крупному говорить, в чем задача Федорова? Задача Федорова с этой трибуны вывести большинство населения, которое уже не реагирует, допустим, в том числе и на наши призывы, вывести из того состояния, ну скажем так, не хочу сказать скотского, но в том числе и вот отсутствие сопереживания за свою страну. И во многом ему это удается. А? Паразитического анабиоза. Отлично. Паразитического анабиоза. Отлично. Вот именно в чем задача. Вы поймите, Федоров офицер. Офицер-афганец. 3 года в Афгане воевал. Это не просто так. Это отпечаток на всю его жизнь кладет. И он есть на нем. То есть это честный, порядочный человек. Да, в то время был замминистра атомной энергетики. 2 месяца, потом его сняли. Я тоже был в своем доме 5 дней домоуправа, потом Швондера меня быстро переизбрали. Ну я, ладно, это чуть-чуть разрядить обстановку. И вот я что хотел бы от вас услышать. Насколько прав я вот в данном случае, вот, ну скажем так, наделяя мера вот этот процесс, или же чересчур пережимаю. Я, конечно, кто непосредственно ведет эту работу, свои взаимоотношения, то есть нам надо, друзья, посоветоваться. Посоветоваться и выработать общую линию поведения. Хотя я понимаю, специфика, допустим, там Санкт-Петербурга и специфика, допустим, Краснодара, она, ну скажем так, несколько другая.
Речь, еще раз подчеркиваю, речь не идет о том, что надо отгородиться, залезть в некий кокон. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Но при этом вот опыта, к сожалению, пока такого взаимодействия с официальными структурами, новыми официальными структурами, у нас пока недостаточно. И пока вот существует некая эйфория. Ну как же, вот вы там столько лет там пытаетесь зарегистрироваться, у вас не получится. Вот зарегистрироваться, вот мы через них там пойдем там и что-то хорошее сделали, сделаем. Вот старые соратники, я могу напомнить, да? А после того, когда партию закрыли, шли тоже разговоры, что надо всем идти или в Справедливую Россию, или в Единую Россию, их оттуда там брать. Мы говорили, что это не даст результат. Те, кто желает, идите попробуйте. Шли и пробовали, и, соответственно, потом приходили и говорили, да, там абсолютно ничего нельзя решить. И в этой системе, и в этой структуре будет то же самое. Ежели удастся там дойти там, да, условно, там, до того же самого Старика и попытаться ему объяснить, хотя я думаю, что это вряд ли удастся, во-вторых, он вряд ли это примет. Более того, что его сейчас будут целенаправленно выстраивать определенные круги, чтобы прорваться к нему было, ну скажем так, даже с информацией нереально. То есть вы будете разговаривать там вторыми, третьими, там, первыми замами и так далее. Это объективно будет. Потому что по-другому они просто не знают как. Как это сделать по-другому. Еще по народно-освободительному движению. Пока все-таки я, вот со своей стороны, я надеюсь, что оно примет то именно направление возрождения и поддержки вообще движения, направления курса правды единения, богодержавия, поддержку русской цивилизации. Пока сейчас вот по тем, вот, где они там собирались, к сожалению, мы там не присутствовали, ну особо-то, честно говоря, не приглашали, но тем не менее, во всяком случае, пока ворота не закрывает, нам, может быть, и удастся что-то там достучаться до них. В целом до этой структуры. Но дело в том, что представители этих структур, которые входят с теми, практически с каждым, в той или иной степени были разговоры о концепции общественной безопасности. И они об этом знают. Поэтому иллюзии испытывать на этот случай не надо. То есть для чего, опять же, вот с моей точки зрения, сейчас пока, ну, какой-то в обозримом будущем необходимо поддерживать эту структуру. Это один из элементов организации, быстрой организации на предмет противостояния вот этим оголтелым либерастам и звездорасам тоже в том числе. То, что это позволяет, ну, какие-то вот такие, в том числе, наверное, и акции проводить. Но эти акции, если нету кропотливой теоретической работы по освоению концепции общественной безопасности, они ничего не дают. Народу очень скоро надоест вот эти вот митинги, которые их будут дергать там постоянно, где-то там выступать и так далее. Уже надоели. Тогда выход какой? Что делать? И опять приходим к тому, что делать надо, чем мы и занимаемся. Это газеты, диски, книги, семинары. Усиливать информационное давление на общество. И осваивать концепцию. А тем, кто уже давно ее освоил, надо повторять ее. К сожалению, человеческая память, она имеет свойство, ну, стираться. И те люди, которые когда-то очень великолепно ее знали, то сейчас оказывается, что в отдельных блоках, ну, мягко говоря, проседают. Но это объективно, и я про себя могу сказать, в том числе есть такие моменты. И очень хорошо, что есть у нас такой коллектив друзей, соратников, единомышленников, который очень тактично это вот показывает. И я ему за это очень благодарен. И потом условия изменяются, и надо приноравливаться. Некоторые положения, скажем так, устаревают. Да, положения основные, они не устаревают. Основные положения остаются, они ключевые. А так вот, Василий Иванович, я противник, когда говорят некоторые, когда говори конкретно. Чего устарело, чего не устарело. Если вообще пока давай, Василий Иванович, а то у нас время, мы не успеем обсудить. Вот, извини, пожалуйста. Хотя тебе всегда же можно говорить.
Мы об этом всегда говорим. Критика хотел сказать. Критики. Вот я попрошу свою точку зрения высказать. Я вот знаю, у Александра есть, они очень плотно взаимодействуют. Вот ваша точка зрения. Санкт-Петербург. Да, действительно, достаточно плотно взаимодействуем. Ну вот, как правильно Юрий Александрович сказал, что в каждом регионе это немножко по-своему, потому что все зависит от людей, так как кадры решают все. Вот. А кадры имеют небольшие отличия там, да, друг от друга в зависимости от поправок региона вот, и того, что ему свойственно. У нас так сложилось, что тоже вот Юрий Александрович говорил, что работа последние годы, она как-то пошла на угасание. То есть вроде бы все делается, но искры такой уже нет, и как-то все достаточно вот подзакисло. Да. Нету, так скажем, устойчивых результатов во времени. И вот как-то вроде бы и люди все готовы, и вот какой-то возник период паузы ожидания. Да? И тут вот возникла вот эта вот тема с Федоровым. Появились тоже в нашем городе несколько человек, которые именно сориентированы на Евгения Алексеевича. Вот, увидели в его изложении, в его призывах что-то близкое именно им по душе. Вот, и пошли за ним. То есть, и вот у нас где-то человека 3-4, наверное, появились, которые вот именно придерживаются точки зрения Евгения Алексеевича, да, и вот тот костяк КПЕ, да, который есть. Они прошлись, естественно, ну, откликнувшись на призывы Федорова, они, ну, вот Татьяна Чупрова, в частности, она съездила в Москву, пообщалась с Евгением Алексеевичем, видимо, о чем-то договорились, ну, там детали, конечно, нам неизвестны. Вот, ну, в общем, договорились работать. И она приехала в Петербург и попыталась пройтись по всем организациям патриотического толка, которым должно быть небезразлично будущее нашей страны с точки зрения изложения вопросов, которые освещает Федоров. Вот. Ну и, как мы знаем, ее везде, в принципе, выслушали. Нет, не везде. Где-то на порог не пустили, а где-то выслушали, да. Вот, с обозначением тех самых проблем. Ну, в итоге, даже те, кто послушали, сказали, ну, хорошо, спасибо, до свидания. Вот. И фактически такой вот структурой, которая понимает то, что они говорят, да, но одновременно с этим и знает то, что они не говорят. Вот. Но они как-то вот на своем уровне работы на политическом, ну вот на третьем, можно сказать, на диалогическом приоритете, да, там, они, да, вот в частности Евгений Алексеевич, он профессионал, и у него есть более высокий потенциал и результативность работы на этом приоритете. Вот, и вот их приверженцы, да, нашли опору на нашем коллективе, который так сложилось, да, что мы уже подготовлены к какой-то информационной работе, ну не какой-то, а к донесению концепции. Вот, а они были заряжены на то, чтобы доносить, опять же, до людей информацию и проблематику, которую озвучивает именно Федоров. Да? Вот. Ну, мы взвесили со своей стороны, если уже люди организуют какие-то мероприятия, да, производят какую-то активность, почему бы нам не наделять эти мероприятия своей информацией? Ну, грубо говоря, за тебя все подготовили. Да? Они сходили в администрацию, они получили разрешение. Вот. Если раньше я помню, как мы на антиалкогольные пикеты получали разрешение, да, это то дали, то не дали, то понравился, то не понравился, а то представь, каждый плакатик мы посмотрим, что ты там нарисовал. Да? То здесь мы все-таки почувствовали, что процессы согласования у них как-то полегче идут, чем вот с точки зрения прихода к ним людей из КПЕ, да. Вот, или при упоминании концепции общественной безопасности. Ну и почему бы нам не пользоваться этим, так как нам есть что сказать,
И в те мероприятия, которые, вот, в частности, они организуют, мы им помогаем с точки зрения нашего опыта, да, там что-то умение подготовить. Вот, они с точки зрения организации всего все это производят. И мы, собственно, наделяем эти мероприятия своей информацией, свое миропонимание и стараемся корректно, да, потому как они приглашают, к примеру, на эти мероприятия там, и представителей там, ну, православных организаций, да, там, вот, ну, как-то пока что, да, не переходить какие-то грани, чтобы мы не расставляли аспекты, мешающие им, да, выступать, вот, но в то же время не прогибаться в каких-то моментах, да, и то есть вот также я, когда выступал на их мероприятии, также и говорил, что ребята, вот там хорошо, да, законопроект Евгения Алексеевича, который совместно, ну, с поддержкой Старикова, да, по Центробанку они выносят, но там это не решает вопрос окончательно, это лишь вот к вопросу о том, что теперь решения будут приниматься совместно, да, чтобы не было иллюзий. Вот. И дальше законопроект по СМИ также, да, вот мы проанализировали, и вот если сторонники, да, Евгения Алексеевича, они однозначно заявляют, что вот это там решение однозначное, мы опять же проанализировали, увидели, что это также опять какой-то, может быть, первый шаг, да, там, к решению нравственного вопроса вообще и культурного. И, вот, это всего лишь вот работа по СМИ, это, и там отстранение их экономической зависимости от Вашингтонского рейтингового агентства, вот, и создание национальной ассоциации, да, это лишь одна часть вопроса. А дальше кто нравственностью будет заниматься, кто будет постановку цели делать для них, да. То есть, ну вот мы как бы как можем вносим свои коррективы. То есть, и пока вот идет вот такая сопряженная работа. Да, нам в чем-то этого не хватало, потому что для них эта деятельность, она новая, а мы как-то уже, ну вот, этот этап немножко прошли, подустали, а они как-то вклинились. Ну, сейчас вот, вот на этой волне, в принципе, и содействуем. Ну, опять же, не без вопросов, потому что те же самые вопросы по православию, они возникают. Вот. В частности, меня забанили уже на странице Фёдорова. Вот, потому когда они там однозначно там, ну, вот, продвигали, да, там всех поздравляем там с такими-то праздниками, ну и как-то выпячивают. Я говорю, ребята, если вы декларируете, что у нас идет война, да, и вы всех призываете на защиту Родины идти в окоп, а у нас Родина только из православных состоит, или есть там еще приверженцы других там верований, каких-то взглядов, да, там у нас же есть буддисты, там есть мусульмане, есть атеисты, там, да, вот, ну, есть и вот люди, в мировоззрении которых концепция общественной безопасности, да, и идея богодержавия. Вот. И вот они как-то не готовы были совсем к этому диалогу, что, ну, как бы, если вы говорите, что давайте вот только православных, ну, такая, вот, как же мы победы тогда добивались на войне? Вот представьте себе, мы бы сейчас все, танки идут на Москву, да, всем там за Родину, да, там, идемте в общий окоп. Вот, все в окоп залазят, и тут командир говорит, ну что, православные, вы молодцы, пойдемте в атаку. А все остальные говорят, ну ладно, нам тут делать нечего. Развернулись и ушли из окопа. Ну, так бы мы Родину не отстояли, да? Вот, и вот такие вот ошибки, они бросаются в глаза, и не всегда, собственно говоря, удается как-то сдержать эмоции, да, вот как-то же Юрий Александрович говорил верно, что надо себя постоянно держать в руках, контролировать. Ну, где-то, может быть, вот, как-то не очень сдержанно прокомментировали, и тоже вот получается разрыв. Ну вот стараемся балансировать, чтобы те плюсы, которые мы сейчас можем почерпнуть из их деятельности, да, мы вот стараемся их использовать. Константин Палыч, да, он говорил, если кто-то вот там из политиков, которые вот прочитали нашу информацию в журнале, да, там, ну, где не написано, что это концепция общественной безопасности, а как типа модная умная мысль, да, по решению какого-то вопроса. И начинают ее от себя рассказывать. Вот, типа, вот какой я умный, я знаю, как решать этот вопрос. Константин Павлович говорит, ну, отлично, нам же того и надо. Нам же надо решение вопроса, да, а не похвалиться, что это мы придумали, там, а мы первые, ну, вот как многие там Старикова
подкалывают, да, да, ты типа, мы уже сколько лет про Центральный банк рассказываем, а ты только сейчас книжку написал, вот, ну, а до остального еще не дошел. Но, с другой стороны, он-то проработал вопрос вот, ну, в плане книжки достаточно эффективно, почему бы его не похвалить за это. То есть, ну, вот, вот. Здесь, Александр, как-то вот вы больше о Федорове говорили, я вообще-то, меня больше интересует вопрос о Старикове, потому что с Федором все ясно и понятно, то есть мы взаимодействуем. Отлично. И вот это мы видим, все и понимаем. Вопрос вот здесь больше по Старикову, потому что Федорова, скорее всего, вряд ли зарегистрируют. Ну, тут есть ряд причин, и не обязательно не политического характера, я в данном случае. Меня больше интересует со Стариковым. Со Стариковым, да, все одновременно проще и сложнее, потому что взаимодействия со Стариковым нет. Вот. Ну, он со своей стороны высказал, ну, все слышали, да, то, что вот я подготовил для вас структуру, и добро пожаловать создавать там свои фракции. Но при этом, да, фракция будет иметь право голоса только если она пройдет ряд критериев, докажет свою состоятельность там, и куча еще всяких условий, которые мы можем поменять и на завтрашний день придумать новые. Вот, собственно говоря, он, да, он для численности, как правильно сказал Юрий Александрович, для того, чтобы легче было работать в регионах, так как мы имеем структуру, он попытался окучить эту структуру. А про нас, да, он сказал, что ну а что это я должен принимать, оглашать вашу информацию, это ваше дело, ваша работа. Ну, тут тоже с ним можно согласиться, что это, ну, наша задача, он себе другие задачи поставил. Вот, и да, действительно, до него далеко, вот, и стучаться через замов, все верно, до него не получается. Ну, не стоит сейчас цели внедриться в его структуру с целью для того, чтобы рассказать ему концепцию. Я думаю, что он, насколько ему позволила его нравственность, он с концепцией ознакомился. И в силу взятых на себя обязательств он же не так просто получил вот этот допуск, да, вот ему разрешили, зарегистрировали организацию, нам не зарегистрировали. Это делается на... Соответственно, он прошел кастинг соответствия создания политической структуры, ее соответствия, да, текущим требованиям тех, кто раздает, так скажем, сейчас варенье и печенье. Вот. Ну и он по взятым на себя обязательствам и работает, а мы туда не подходим. В наших мероприятиях он не участвует, и в Петербурге, к сожалению, его сторонники, да, простые люди, вот они все-таки придерживаются того, что вот Стариков не пошел, и я не пойду. То есть, если мы видим, что по регионам люди, которые раньше, возможно, ознакомились с концепцией общественной безопасности, да, и как-то понимают, что такое толпа элитаризм, и что такое собственное мнение, собственная мера понимания, развлечения, они могут принять свое решение. Да, я там сейчас вот поддерживаю Старикова, но в то же время я понимаю, там, что мероприятие КПЕ, это правильно, там, я его поддерживаю, я туда иду. Мы, да, видели, что там на акциях НОТ совместных с КПЕ, да, присутствуют в регионах представители ПВО или ПГР. Но в Петербурге этого нет. То есть вот очень четко, видимо, он обозначил вот это разделение, и ни разу на тех мероприятиях, которые мы проводили, я не видел, к сожалению, людей, которые вот поддерживают Старикова. Вот, дайте минуточку. Спасибо. Вот, ребята, дорогие единомышленники, вот о чем мы говорим? Здесь надо говорить конкретно и брать, как говорится, быка за рога. Если сказано А, скажи Б. Значит, сказано так, буквально сказано, вы занимаетесь стратегией, а мы занимаемся тактикой. Но поймите, вот мы говорим там, Федоров военный человек. Да разве военный человек когда-нибудь так скажет по-настоящему военный? Любая тактика должна вписываться в стратегию. Что будет, если будет все наоборот? Можно ли победить, став с ног на голову? Невозможно. Куда нас это все уйдет? В какую сторону? Потом поймите,
одно, это уже не первый раз так, мы пытаемся объединиться. Я с начала 90-х годов в патриотическом движении. Был фронт на национального спасения. Было такое, значит, объединиться белым и красным. Но правильно сказал в то время Александр Андреевич Проханов. Да, конечно, мы, объединившись, свалим вот эту мерзкую власть, но потом как будем разъединяться? Ведь мы же об этом не говорим, вот, и даже более того, мы даже не мыслим. Ну, представьте себе, Стариков за православие, кто-то там за царя, кто за генсекретаря, как говорил Константин Павлович. Как мы будем разъединяться? Что? Это же прямой, ну, что ли, в принципе, существует возможность, что здесь, после этого, может быть, начнется гражданская война, а тогда что? А именно это голубая мечта наших врагов. Тогда уже, ну, напрямую, как говорится, будет не только на экономическом приоритете, как говорится, мы будем завоеваны, но ведут и эти самые голубые каски. Здесь надо говорить, мы же вот говорим как дети, да, вот Стариков там еще какие-то сопли мотаем по частным мелким вопросам. Но давайте, как можно прийти, ну, я вижу единственный путь. Значит, если мы сами понимаем, что ни одна частная проблема не может быть решена в принципе без смены концепции. В своем разговоре в том с Евгением Алексеевичем, я ему и тогда сказал, что вы, занимаясь тактикой, не обращаете на стратегию внимания. Если концепция для вас стратегия, так учите ее, вы же ее не знаете. И более того, вы не хотите знать. Нет, вот если так, убедить... Василий, стоп, здесь не так. Уже больше года у Старикова, вот, у Федорова книга Константина Павловича. И вот сколько я, когда у него приходил там, в Госдуме, разговаривал, да, то, что видно, что книга читается, есть закладки, то есть, что она не лежит где-то там в этом. То есть человек периодически к ней обращается. И если вы сейчас посмотрите его ролики, то вы обратите на это внимание. То если есть процесс... бы не читал, он там не пришел, правильно? Нет, на тот момент это еще сложный был разговор. Поэтому здесь, Василий Иванович, я согласен с тобой полностью. Я думаю, что все наши соратники согласны. Здесь излишне вот эта эмоциональность, она не нужна. Стариков, вот по Старикову больше вопрос, потому что с Федоровым нам все понятно. В принципе, все понятно. С Федором понятно. Мы сейчас вот время тратим на то, что нам понятно. Не совсем понятно, как... Вы... Да. Давай вот послушаем по Старикову, Василий Иванович. Потом еще переговорим. Да, да, Екатеринбург. Ну, у нас со стариковцами как-то не складываются отношения, да мы друг другу навстречу и не идем. Они там своей жизнью живут, а мы своей жизнью живем. Как-то у нас вот таких... Общих политических мероприятий не было в Екатеринбурге. У нас в Екатеринбурге, ну, в нашей партийной ячейке, по вторникам стабильно какие-то тематические встречи. То есть это либо обучение, либо, значит, подготовка к каким-то мероприятиям. И вот туда приходят некие сторонники ПГР. И они в своих мероприятиях, собственно, ничего и не рассказывают, впечатление, что их там и нету. Единственное для них знаковое мероприятие, о котором мне все время говорят, это здоровые пробежки. Они вот там по выходным, конкретное время, 10 часов, приглашают весь город, пожалуйста, приходи в кроссовках и по центру города пробегай там какое-то расстояние. Вот, в принципе, других мероприятий я не видел. Поэтому по их идеологии, собственно, там, ну, ничего не понятно. Я думаю, там тараканы в головах, вот они все смотрят сайты, просто то, что выступает Стариков. И, в принципе, все, что там происходит. По Федору, его же, конечно, ну, особо не было видно на политической арене.
И вот в связи с теми митингами, которые они стали проводить там в мае, в июне на, ну, по всей России, у них не было здесь представителей, у Федорова, у Свободной России. И вот они, когда это дело активировали, начали появляться их сторонники. Значит, один из, ну, из таких вот сторонников, там, ну, человек, в принципе, с опытом, лет под 50, он, значит, взялся проводить в Екатеринбурге этот митинг от имени Свободной России. И поскольку ни у него самого, ни там каких-то соратников, которых они нашли там через сайт, не было никакого опыта, то, по сути, организатором этого митинга были мы, вот КПЕшники, у нас опыт был большой. И поэтому там от, значит, Свободной России приходили, ну, максимум там, ну, одна четверть, может быть, людей. Причем они слабо были посвящены, и риторика у них никакая не подготовленная. В основном участвовали, говорили мы, и плакаты наши были, Сталина мы туда повесили, и, значит, по приоритетам плакаты, и по Путину. Ну и получается, что там, конечно, митинг был Свободной России, но там больше было вот таких вещей. Вот, в принципе, то, что сейчас происходит по Старикову, по Федорову. Я тут не совсем понял, что там. Что вы имели в виду, когда говорили, что Федорова, скорее всего, не зарегистрируют? Может, зарегистрировали партию? Свободу России? Нет, ну сейчас название национальный курс. Но они собираются его переименовать. Я просто не в курсе. А, ну, зарегистрировали. Они зарегистрированы. Они в процессе, там региональное отделение сейчас регистрирует. Да, это все так. А там вроде национальный курс, да? Нет, да. Они сейчас такой там стратегия. Вот национальный курс, регистрация есть, но они пока региональное отделение не спешат, потому что хотят переименовать Свободное Отечество. А тогда уже заниматься региональными делениями под этим названием. Тогда чуть-чуть понятно. Здесь вопросов нет. Здесь вот опять же определиться, как нам вести в дальнейшем. По Старику понятно, взаимоотношений особо никаких нету. Ну и туда особо там никто не подпускает. Разговаривать о концепции там никто не собирается. В данном случае здесь, если говорить о Федоров, Федоров открыт. То есть тогда получается с Федоровым полную продолжаем взаимодействовать, но при этом ушки на макушке держим, да? Да, пожалуйста. Любая задача всегда разделяется на две. Это стратегия, тактическая цель и тактические цели. Вот если ставить во главу стратегии, вернее, если говорить о стратегии, то задача, чтобы в будущем большинство население наше освоило концепцию общественной безопасности, и это стало, ну, той целью, к которому общество бы стремилось. Но на сегодняшний день перед Россией, как мне кажется, стоит другая цель, первоочередная. Это другой вектор, то есть это один вектор, а есть другой вектор. Это освободиться от внешней оккупации, Россию освободить от внешнего врага. И, как всегда было на Руси, русский народ объединялся для решения этой задачи. Даже в песне поет «Вставайте, люди русские, вставайте там на что-то, на смертный бой». Вот сегодня стоит перед обществом, сегодня стоит такая задача – освободить Россию от этого. Если мы будем поодиночке, так сказать, вот там, от, эти от концепции, этот Стариков и так далее, Федоров, то мы никогда не объединимся, и они будут над нами сидеть. Мне кажется, сегодня тактически, вот решая вот эту задачу, можно, оставаясь идентичной партией КПЕ, этот Федоров, этот там Стариков со своим, но задача, когда будет, ну, они оставаясь идентичными, так сказать, единицами, они будут работать на одну задачу – освобождение и обсуждать, спорить, так сказать, решать проблемы, выходить на митинги и демонстрации для решения этой задачи. Когда мы от этой, эту задачу решим, у нас будет время русским сесть, ну, русским не, понятно, не по национальному вопросу, а русский, весь русский народ сядет и подумает, в каком обществе жить. Но я думаю, к тому времени уже концепция, она будет, понимаете, она распространяется. Так об этом и говорили она, только. Вот. А на сегодняшний день надо работать и с Федоровым, и со Стариком, и со всеми патриотическими силами, которые понимают, что вот этот вот нас давит и нас разделяет. А разделяет и властвует. К сожалению, это не совсем так, вот, как бы вам это хотелось бы увидеть. Здесь, ладно, сейчас, Роман Олегович, что-то... Да, по поводу объединяться и взаимодействовать. Взаимодействие, оно вообще, если... Выйди сюда. Тебя не видно.
объединяться буквально. Прятался. Слово «взаимодействие» очень правильное слово, но под ним понимается взаимное действие, а не игра в одни ворота. А кто против-то, чтобы ПВО, ПГР и иные патриоты, как они себя называли, взаимодействовали с нами? Мы же предлагаем открыто, ребят, вот концепция, давайте объединяться на концепции, на какой-то. А объединиться вне концепции, на каком-то другом приоритете, ну просто не получится. Ну не выйдет. И получается, что нам сейчас предлагают, как те эти фрицы в 41-м году, давайте объединимся против плохой советской власти и сделаем тут у вас, ну, какую-нибудь маленькую Германию. Так что ли получается? Нет. Внешний враг навязал России демократию. Вы подождите. И мощный, сильный русский народ разделили на много маленьких народиков, партий, которые вот друг друга кусали. Я же не говорю, что, так сказать, понимаете, мы тогда и православных отцов, и этих всех рассеяли, и все будем опять порознь. А сегодня вокруг задачи не на концепции, не на православии, не на чем. Освобождение России. Поэта. По этому поводу, вот если хотите. О, Витязь, сомни длинных лет, мне думать времени хватало. Не откажи мне в просьбе малой, народу передай совет. Пока не вникнет россиянин, что враг ему не царь, не барин, не вор и не аристократ, не зарубежный попечитель, не дымный город, не село, а сионистское мурло. Пока он это не осилит, не на словах, а на делах, томится матери России в международных кандалах. Я об этом точно об этом и говорю. А здесь вот эта вот риторика на это и направлена. Вот сейчас для чего в кучу опять же крутанули вот этот калейдоскоп партии? Да типа, да вы смотрите, вот они даже регистрируют. Время утаскивают. Потому что, опять же, сокращение населения происходит, спаивание, наркотизация происходит. То есть им для того, чтобы завершить свои дела. То есть вы давайте рассредоточьтесь. Нельзя. Нельзя. Должно быть единый кулак. И должна быть четкий вменяемый вектор цели, то есть движение. Потому что у наших людей большинства, разжижь в головах, они не могут определиться. А если мы еще начнем метаться, как дерзкие разведчицы, то туда, то сюда, блин. Все. Вот он есть, четкая цель, богодержавие. Вот есть курс правды и единения, концепция общественной безопасности. Вот о чем речь идет. Вот, другого нету. Потому что мы за объединение и за взаимодействие. Да. Но на какой основе, на какой платформе? Потому что риторика, вот опять же я говорю, что почему они возвращаются к риторике 612 года? Потому что риторика 41 года, к сожалению, здесь оказывается неприемлема. Им неприемлемо. Вот им неприемлемо. Нельзя. То, что мы говорим, там, вставайте, русские люди русские. Да, вопросов нет. Но извините, это было 800 лет назад. Сейчас. А страна огромная, извините, так сказать. Мы об этом говорим. Но вставая, страна огромная встала и в 45-м году выдохнула в Берлине. А мы говорим, что давайте выгоним и все. И мы здесь, у нас наступит якобы Царство Божие. На каких принципах? На принципах того, что вот эти станут здесь на колке писать, я русский. Вот речь идет о чем. Система-то не меняется, концепция не меняется, будет только хуже. Это становление, вообще-то, если заглянем мы в концепцию и в книги, в нашей книге, то мы увидим то, что одна из попыток становления фашизма, тоталитарного полицейского государства, которое будет прикрыто идеологией вседозволенность на основе того, что они внешнего врага выгнали. Вот в том состоянии, в котором сейчас находится. Это кому на руку? Правильно. Это только условно Западу на руку. Никакого другого, к сожалению, на сегодняшний или к счастью, нету пути, кроме пути концепции общественной безопасности. Если ты хочешь защищать страну, хочешь защищать свой род и всю цивилизацию, осваивай. А все остальное это сибурде, симуляция бурной деятельности. При этом, опять же, я говорю, что дальше начинаются поправки. То, что там те наши штирлицы, которые находятся в органах власти и так далее. Вот это надо все понимать, да, надо знать. Как вот? Вот я, опять же, я всегда говорю, что я призываю, вот, особенно те товарищи, которые несколько далеки от нашей такой структурной работы,
Приедьте вот сейчас осенью в Москву. Да, да. Я могу, вот, да. Скорее всего, у меня будет график всех этих встреч. Приедьте. Я дам вам, если необходимо, доверенность, если они попросят. Вы походите по этим встречам, послушайте, и вы ужаснетесь. Вы ужаснетесь. Уровень понимания вот здесь какой? И уровень понимания там. Вот с такими регалиями, вот с такими звездами и вот с таким прямо там апломбом, там деваться некуда. Все ходят, такое ощущение, что стали на пьедестала и их катают на колесиках. Вот в чем дело-то. Это не от того, что мы тут, у нас гордыня-то замучила. Абсолютно ни капельки. Это только четкое понимание происходящего. Да, огорчает это. Огорчает. Да, я считаю, что недостаточно работаем. То есть надо усиливать свою работу. В сутках 24 часа. Я постоянно об этом твержу. 24 часа. И у нас забирают время. Ресурс вот этот, временной ресурс забирают. Тебе 8 часов условно поспать. Утром встал, оделся, переоделся. По полтора часа там зубы почистил. Покушал, поел. Уже 11 часов. На работу полтора часа. С работы полтора часа. Еще 3. 14 часов. 9 часов на работе, уже 23. На все про все, на общение с семьей, на работу, на партийную, на изучение концепции, на общение с детьми, внуками. У тебя час остается. Это в лучшем случае час. В лучшем. А вот вообще в Москве там в минуса уходишь. Вот в чем фишка-то. И вот сейчас вот это направлено. Идет осмысление происходящего. Общество глаза открывает, начинает мыслить, что надо сделать. Надо локализовать эту группу, попытаться локализовать. А у тех, кто краем уха слышал, время отнять. Чтобы у них время на освоение и осмысление. Этого не было. Вот что делается. Вот именно для этого сейчас вот этот калейдоскоп вот этой многопартийности вброшен. Потому что регистрируют там всех, начиная от звездорасов, не кончая там любителей там чего там. Пиратов или еще чего-то там. Это же маразм, просто маразм. И при этом, опять же, вот он, пример мы. Что когда говорили, что вы там то не можете, это не... Когда выполнили все, до каждой запятой. До каждой. Даже до запятой не смогли при этом. Да вы экстремисты. Ну что? Ну, друзья, освободиться надо от иллюзий. Вы поймите, что кроме вас никого нету. Да, вот в чем дело. И концепция общественной безопасности нету. Вот это первоочередная, первоприоритетная задача. То есть необходимо вооружать все наше отечество, вооружать КОБой. Другого мощнейшего такого оружия нету. Разве не иллюзия, Юрий Александрович, разве не иллюзия работать со стариком? Василий Иванович, извини, Василий Иванович, при всем уважении, иллюзий нету, работать надо со всеми, всем надо давать информацию, и, соответственно, и решать, когда вот поступили конкретные предложения, там, вплоть до вхождения там, в какие-то те или иные структуры, всегда вы стойте на том, мы, вот слово не совсем правильно, мы, по сути, сейчас КПЕ является нравственным авторитетом в обществе. Мы не замазаны нигде, ни в каких ни обманах, ни нигде. Плюс вот то, что та деятельность Константина Павловича Петрова, настоящего русского генерала, который вот в любых условиях не стыдно его вспомнить, привести в пример и так далее. Этого нету ни у кого. И они, конечно, они будут пытаться нас замарать. Но это уже другой вопрос. И сейчас я договорю, Олег. Ну ладно, сбили. Ну это нормально, значит, так и надо. Так, сейчас Олег, потом давайте вы. А, извини, Андрей. Сейчас тогда после Олега Андрей выступит. А потом... Хорошо, ну я буду краток. Вот, первый момент. Прошу вспомнить и перечитать записку внутреннего предиктора СССР, там, где идет расклад так называемых политических сил, ну кто выйдет в финал. Так сказать, расклады этих политических сил, где было указано, вот если ошибусь, поправьте, что выйдут в финал троцкисты, псевдокоммунисты и знахари-церковники, по-моему, вот два так условно названных клана. Так вот, Николай Стариков две недели назад мы узнали о том, что, ну, увидели газету, где он напечатан, и
как монахом церквей или как служащим в церквях рекомендовано его рекламировать. То есть, скорее всего, церковный проект будет прикрываться вот этой фигурой, возможно. Это первый момент. Ну, газету просто, поскольку ее нет, так бы показал. Я ее сам не видел, просто попросил соратника, который ее видел, чтобы он обязательно доставил в штаб. Это первый момент. Второй, касаемо вот симпатий моих вот к народно-освободительному движению Федорова. То есть Евгений Федоров, он прогрессирует, вот судя по тому, что он говорит и как говорит, и уже сейчас начинает пользоваться терминологией и там уже, наверное, на протяжении месяца, может, двух, концепции общественной безопасности. То есть просьба всех помнить о том, что передача информации — это и есть управление. Вот мы все оказываем информационное воздействие и на ПВО, и на, на партию «Свободная Россия», да, которая называется сегодня «Национальный курс». Поэтому об этом нужно помнить. Но опять же, какую информацию вы передаете? Если, извините, вы не читаете книги, там, не интересуетесь, да, не читаете аналитику, то вы, соответственно, и передать ничего не можете. Поэтому обязательно нужно самим изучать, читать и вникать в эти процессы. Тут же, как говорится, коня можно привести к водопою, но нельзя заставить его напиться. То есть если человек, тоже вызывает как бы не умиление, соратники, или скепсис, наверное, которые не знают сами концепцию общественной безопасности, нормально там ее распространяют, например, но сами вот, когда к ним потом обращаются с вопросами, они начинают потирать лоб там и там не понимают, да, допустим, что там вот, ну, некоторые нюансы, скажем, или какие-то блоки вопросов, да, поэтому тут нужно исходить все-таки, отталкиваться от изучения самому концепции и... Это двухуровневый процесс. Да. Процесс освоения и процесс распространения. Они не параллельны, а одноуровневый, точнее, не двухуровневый, одноуровневый процесс. Да. То есть они идут совместно. Параллельные, они не пересекаются. Поэтому, конечно, надо как и осваивать, так и надо распространять. Одно без другого невозможно, не должно быть. Но есть у нас такие люди, там, ну, скажем так, во всех... На глубинках и не глубинках тоже, может быть, единственная задача, которая осталась для этого человека, взять этот диск и передать тому человеку, который так еще сильнее понесет концепцию в народ и что-то новое свое привнесет. Или же достучиться до того пацаненка или девчушку, которая станет такой фигурой колоссальной. Вот я об этом уже говорю. Да. Задача о том, чтобы активнее распространять, да, концепцию, да, и в частности диски, именно среди того же Старикова, его последователей. То есть воздействие не на самого Старикова, а на людей, которые к нему приходят. Так об этом мы и говорим. Старикова снизу произошло, через его соратника. Почему за Стариковым пошли люди? У него хороший дар писательский, он красиво излагает, понимаете? Концепция написана тяжелым языком, ее освоение... Диск Константина Павловича Петрова доступен, да, для всех, абсолютно. Да, да. И люди, если его посмотрят, они просто задать начнут можно, имея информацию. Информация к нему идет от православной церкви, он инструмент ее. Спасибо, Иван. Люди за Стариковым сейчас пошли? Их надо. Их мало? Ну так, это показатель результативности? Это прежде всего, с моей точки зрения, это показатель прежде всего нашей работы. Вот с моей точки зрения, как не покажется странным, то, что те тиражи, которые когда только они пошли, массово и с большими тиражами, мы же выкидывали через партию. Покупали, распространяли, передавали и так далее. То, что, ну, в данном случае получилось так, что исходили, в том числе и тогда, то, что человек пишет хорошие вещи, говорит, ну вот он создал там профсоюз граждан России, и вот в партийную лезть не хочет, но вот у него есть определенное видение, понимание и так далее. Ну, достаточно, ладно, хорошо, давайте мы его будем двигать. А он, по сути, он тогда, значит, он развел, обманул разведчик. А разведчик какой концепт? Ну и так далее, и так далее. А то, что сейчас за ним, вот вы говорите, что пошли люди, нет, не пошли, повели. Хорошо, Юрий Александрович, просто я общался с этими людьми, ну, было на их пару мероприятий. Да, мы были, хочу сказать, что у людей чертами. Большой запрос. Они нас вопрос никогда много не писали. К самому Старикову. И они будут нуждаться в этой, в нашей концепции, в общей.
Именно об этом и хотел сказать, просто я чуть-чуть издалека зашел. В общем-то, те, кто пошли за Стариковым, да, они вкусили сладкий плод. Но мы же с вами видим, да, что Стариков поднимался, вот когда он свой писательский дар реализовывал, да, он рос и в процессе своего роста поднимался на определенные приоритеты. Да. И он даже дошел до хронологического приоритета, но его зацепка на православие не дала ему подняться на мировоззренческий, правильно? И соответственно, будет контраст в любом случае, да, потому что вот изложение, вот вопрос Центробанка, он скоро закроется, потому что по анализу тенденций в глобальной политике, да, уже дана отмашка на закрытие вопроса Центробанков, то есть эта система будет меняться на экономическом приоритете. Но задача сохранить толпу элитаризма, да, и в том числе, то есть курс сейчас у глобального предиктора относительно России идет на сохранение толпы элитаризма в России, пускай даже путем изменения там экономического строя, экономической системы. Стариков, развивая свой талант, да, проработал определенные вопросы и дал то, что люди подхватывают. Люди подхватывают то, в чем правда есть. Дальше, если он будет прорабатывать, он все равно вернется к нашей информации. Вариантов нет, да, то есть потому что бесконечно рассказывать то, что неинтересно, не получится. Жириновский. То есть есть запрос. Он концепцию постоянно возвращается, из нее дозированно выдает. В Центральном банке все президенты в Америке были застрелены на покушении. Давайте активнее. Долгая история. Так, ладно. Так. Ну кто же против? Значит, резюмируем. Большинство. Но да не большинство, а все-таки, я так понимаю, в основном все практически соратники приходим к общему мнению. Первое, то, что продолжаем активно, но при этом ушки на макушке, это участвовать в поддержании и развитии народно-освободительного движения по мере силы и возможности. Это прежде всего обращение к председателям и корректировать всю, ну, соответственно, координировать будем всю эту деятельность. Какие-то вопросы будут возникать, будем решать в частном порядке. То, что касается Старика, ну, во-первых, особо туда и не пускают, а во-вторых, будут брать концепт, ну, пожалуйста. Ну, не будут. Мы будем продолжать дальше делать то, что делали. Здесь вот почему много так о Старикове все-таки подняли вопрос. Вот, допустим, наши там новосибирские друзья, да, соратники, они вот критиковали то, что мы излишне резко в отношении там Старикова высказываемся, а так как они работают вот близко, плотно работают с ПГРовцами, это вот некий там ущерб наносит. Вопрос-то в том, что мы разве не правду говорим? Вот именно, нам же стесняться. Нам-то что стесняться? Нам-то что эти экивоки делать? А так вот, а дальше вот если этой логикой начать придерживаться, то надо, извините, вообще просто засунуть язык и молчать в тряпочку. Прикусить язык и в тряпочку молчать. Поэтому на все эти вещи ответ один. Усиливать распространение информации. И изучать, осваивать концепцию. Это одноуровневый процесс. И вот в свете этих вопросов, еще раз я подчеркиваю, что сейчас с осени постараемся по Москве запустить семинар. Семинар несколько видоизменен будет. Не тот, который, как обычно, они у нас проходят. И, соответственно, необходимо, чтобы в регионах шла постоянная учеба. Это прежде всего, опять же, к активу, к руководству региональных отделений. Повторение – мать учения, да, это так. И мать внушения, конечно, все так. Еще бы полезно на прямой контакт с Евгением Алексеевичем выйти еще раз. С каким? Ну, как с Евгением Алексеевичем? С Федором. То есть, опять с ним контакт есть, и, в общем-то, он особо не отказывается от встреч. Вопрос, пока нету необходимости. При необходимости эти встречи будут и, соответственно, еще я скажу, да, я вот не говорил этот момент, но я могу и на камеру, естественно, повторить это, и то, что вы тоже это знали. Когда в декабре мы проводили слет, да, мы его приглашали на, ой, слет, съезд. Съезд, вот как раз был в декабре съезд у нас. Мы приглашали Федорова на съезд, и речь шла о том, что объявить его, предложить съезду о том, что утвердить его в ранге сопредседателя. Но не меняя устав, то есть
фактически, не юридически, потому что слишком много надо было бы менять по уставным там документам. И он на тот момент согласился, ну, может, говорит, не сопредседателем, там, координатором, а мы там будем проводить, мы вас пригласим. Но, к сожалению, вот когда вот эти были, нас не пригласили, но тем не менее, то есть вот этот, я считаю, что предложение, оно в любом случае остается в силе. Вот здесь это, с моей точки зрения, было бы реальное объединение. Пригласили Дворковича. Ну, пригласили, да, Дворковича. Кстати, в тот день, что оказалось, он почему не приехал на съезд, у Бабурина, там тогда студенты забастовку устроили, когда там Бабурина выгоняли или куда там, что там с ним делали. Дворкович это тоже... Ну, в принципе... Объявление краткое, извините, 5 лет Навальному дали, посадили его. Как говорится, тебя посадят, а ты не воруй. Выйдешь на свободу с чистой совестью, человеком, возможно, станешь. Поэтому здесь, вот нашим, там, если в Кирове, да, товарищам, если есть возможность, закидывайте туда нашу литературу, пускай читают. Так, еще Александр, да, извините, вот, еще попросил слово. Вот Юрий Александрович сказал, что коллеги там из одного отделения сказали, что мы достаточно жестко проходимся, да, и вроде как, да, правда, но вспомните Константина Павловича, да, вот маленькая сценка про бесструктурное управление, как простой пример, жена мужу по поводу галстука, помните, да, когда надо вроде сказать, что этот галстук тебе не идет, да, возьми, одень этот. Но если мы знаем, что человек тебе структурно не подчиненный, у него выразит это отторжение, что, говорит, как Константин Павлович говорил, надо сделать? Надо, ой, дорогой, смотри-ка, а вот там, вот на Бельмондо, там, к примеру, или на Ленделоне, вот такой галстук, он бы тебе пошел гораздо больше, да? И этот объект управления, да, он, желая там быть похожим на кого-то еще, более популярным, одевает на себя этот галстук, и у жены тем самым бесструктурно получается им управлять. Вот здесь бы, если поняли, к чему этот пример, да, относительно Старикова, мы-то не сумели бесструктурным управлением, мы всегда в лоб, вот, делай так, а он-то структурно нам не подчинен, и поэтому вызвали отторжение. А вот меры понимания бесструктурным управлением, на заставить одеть другой галстук. Вот не смогли. Так что здесь свои недоработки, Саш, тоже можно видеть. Да, я думаю, что все прекрасно тебя поняли, но слава богу, что Стариков никогда не будет нашей женой, да? Поэтому в этом вопросе, соответственно, может быть, это плохо, что близким для нас человек. Я надеюсь, что все-таки он станет близким для нас человеком. Вопрос бесструктурного, ну, здесь я с тобой не соглашусь, потому что к нему обращались с этим вопросом на протяжении ряда лет. То, что практически как только... в лоб на каждом его выступлении наши соратники выходили, вставали и говорили: Стариков, ты должен докладывать КОП, Стариков, ты должен делать это, а знаешь ли ты это? Подождите. Вот давайте не передергивать, Александр, вот некрасиво, зачем вы так говорите? Вы так, вы представляете, извиняюсь, что все прямо там его носом ты... Да не так это было. Александр, вы не посмотрите, а вот поговорите с теми, кто начали выходить на его сайт. Когда предлагалась концепция, когда говорили, что есть справедливый замысел жизнеустройства, никто его не тыкал. А если когда-то выходили на этих, на встречах, это было такое? Но были и такие добрые к нему предложения, были письменные предложения. Вопрос не в этом, вопрос, вот я извиняюсь, в его твердолобости. Вот в чем дело. А даже не в твердолобости, а то, что он реализует другую концепцию. Вот и все. Вот и на этом я считаю, что... За тот галстук проплоченный, который... Галстук-то проплоченный, да. Да, и об этом проговорили. Поэтому, конечно, вот неважно, Стариков это, Единая Россия, там, Справедливая Россия, люди там все наши. Продолжаем работу по доведению концепции общественной безопасности и освобождения нашей страны от лютого информационного ига. Правда за нами. И сделать они с нами ничего не смогут. Спасибо. Обед.